как неприятно, когда бьет машина током. Я вам расскажу, как этого избежать. Да, этого можно избежать! Существует лишь две причины, почему машина бьет током. В первом случае накапливаете электричество вы, во втором – автомобиль. В обоих случаях можно избежать неприятного удара электрическим током. Статика хоть и безопасна, но лупит иногда настолько сильно, что вещи из рук вылетают. Происходит это потому, что автомобиль движется, трется об воздух, об пыль, и на нем накапливается статическое электричество. Довольно-таки нихренового потенциала. Само собой, вы накапливаете этот потенциал вместе с автомобилем. Вас ведь не бьет током, если вы, не вылазя из машины, касаетесь ее корпуса? Не бьет. Почему это происходит, когда вы вылезли на землю? С тех пор, как подошва вашей обуви коснулась земли, с вас быстро-быстро уходит электричество в землю. Скорость этого стекания электричества зависит от качества подошвы. При хорошей подошве заряд может оставаться на вас довольно долго, и вас может лупить током еще где-то дальше, например, от металлической двери подъезда. Если же подошва имеет микропоры, то вы заземляетесь, электричество уходит, и ваш потенциал примерно равен нулю. И вот в этот самый момент, когда вы равны нулю и пытаетесь закрыть автомобиль, вы его касаетесь, и весь потенциал с машины переходит к вам в руку с щелчком и заметным ударом. Как этого избежать? Очень просто. Научитесь вылазить с автомобиля в определенной последовательности. Сначала вы открываете дверцу и, не касаясь земли, беретесь за крышу автомобиля. Затем спускаете ногу на землю, не бросая крышу. И вылазите. При этом за автомобиль держитесь. Все, потенциалы сравнялись через вас, через вашу ногу, подошву. Вы, автомобиль и земля примерно равны. Теперь вы можете оторвать руку от машины, попробуйте коснуться снова, вас уже не ударит. Машина заземлилась через вас. Да, для этого существуют антистатики, но не всегда они работают, не всегда помогают. Антистатик позволяет разрядиться машине за короткое время. Но вы-то можете успеть вылезти раньше и получить этот удар током. Поэтому только строгая последовательность. Крыша, земля, потом отпускаем крышу. Было одно время, я прикасался к машине ключом и через ключ пробивало разрядом. При этом я не ощущал удара током. Я вылазил из машины, не берясь за нее. Потом прикасался ключом, видел даже искру. Клац, такая проскакивает искра. После этого машина током не билась. Во втором же случае вы электролизуетесь сами относительно автомобиля. Это происходит из-за синтетических или шерстяных вещей. Или их комбинаций, допустим, шерстяное сиденье с синтетической футболкой. Вы пошевелились, на вас потенциал вырос больше, чем на автомобиле. И прикоснувшись к любому месту, там, к замку зажигания, вы получаете ощутимый разряд. Ну, тут не крутитесь в машине, я не знаю. Я ставлю сумку в машину иногда, и через сумку получаю уже заряд статики. Я уже знаю, что я прикоснусь к автомобилю, и меня ударит током. Поэтому в идеале я всегда берусь за автомобиль, а потом ставлю в него вещи вовнутрь, вылазю с автомобиля. У меня с ним потенциал одинаковый. Я с автомобилем соединен электрически. Попробуйте именно эту последовательность выхода из автомобиля. И надеюсь, вас больше током бить не будет. А то у некоторых ведь уже до паранойи доходит страх перед автомобилем. Человек вылазит, и человек боится закрывать дверцу, потому что знает, что его сейчас ударит током. Вы запомнили, как действовать? Вот и отлично. Удачи вам с вашим автомобилем на дорогах и по жизни вообще. Всех благ. Пока-пока.